Никита Чугурда женится на бывшей жене. Последние подробности. Их союз дал трещину в 2016 году, а к 2020 году они собираются вновь пожениться. Российский ведущий шоумен Никита Чугурда после 4-летнего разрыва в отношениях с женой хочет вновь на ней жениться. С Мариной Анисиной он развелся в 2016 году. Основанный на ней жениться планирует 23 февраля 2020 года. Именно в этот день они когда-то поженились в первый раз. Свадьбу пара планирует отметить в Шотландии в старинном замке, который принадлежит другу Никиты Чугурды. У Марины сейчас от Никиты 2 детей. Она была беременна 3-м ребенком. Но из-за судебных тяжб, которые были вызваны делом смерти Людмилы Браташ, бывшей подруги Никиты Чугурды, Браташ оставила после своей смерти 800 миллионов рублей. Марина потеряла ребенка и пока не может снова забеременеть. Богатое наследство по решению суда перешло к Никите Чугурде, которым он скоро распорядится на свое усмотрение. Говорят, что он уже посмотрел себе особняк во Франции.